Первое качество – это стойкость. И вот эта вот стойкость – это такое качество, которое связано с такой штукой, которая называется пружина психики. Вот профессионалы так и говорят, психика держит или не держит. Вот эта пружина, она держит или она сломана, щелк и все. То есть и слюни, и слезы, и спух, под стол залез, и все, уши прижал. То есть держит психика или нет человека? Так вот, стойкость – это способность длительный промежуток времени держать это напряжение.